Ребятушки, гляньте, какая у нас погодка на Рождество. Все в дымке. Резко похолодало. Так, сколько градусов? Вчера было 12, сегодня 3 градуса. А на следующей неделе нам обещают снег. Вы в это верите? Прям так и сказали. В среду пойдет снег. А у нас, когда идет снег, он у нас особый, европейский. Европа к снегу непривычна. У нас может выпасть 2 сантиметра снега. Машины на колеса поодевают цепи. Автобусы тоже. Город будет стучать, греметь, толку никакого. Все будут падать, больницы будут переполнены. Потому что мы итальянцы. Не умеем мы жить со снегом. Куча аварий на дороге сразу. Так что лучше бы он и не выпадал. Хотя воздух свежее становится. Видите, как Лилёк обнаглела. Едет 7:30 утра. Мне аж на 8, так что еще даже рано. Сегодня суббота. У нас с Эрикой в субботу прогулочный день. Единственный день в неделю, когда баристы что-то там шевелятся, а мы ничего не делаем. Как мы работаем, но в нормальном режиме. Для нас работать в нормальном режиме — это значит ничего не делать. Поэтому я сегодня не спеша выдвинулась. Решила вас поздравить с Рождеством. Ой, с Рождеством, Господи. Крещением. Что значит отвык уже от праздников? Уже забыл, что такое праздники. Всех с крещением, с крещенскими морозами. Расскажите, как вы купались, кто окунался, кто не окунался. Вот не люблю, когда машина едет за тобой и сидит прямо на хвосте. Ну какого ты фига сидишь? Я все равно быстро. Сейчас буду ехать еще медленнее. Чуть помедленнее, Коми. Чуть помедленнее. Если я резко заторможу, ты где будешь? У меня в заднице сейчас 60 километров. Едем как положено. Не обращай ни на кого. О, отстал. Понял, дядя, понял, что с тетей играться нельзя. Тетя у нас строгая. Сегодня, думаю, может заехать в Декатлон. Посмотреть спортивное, теплое какое-то, или водонепроницаемое белье, непромокаемое. Алена говорит: Ма, я тебе могу свою курточку дать? Но ты у нее в руках точно не пролезешь. Это стопудово. У меня руки, что две балабухи. Я ни в какую одежду в них не влажу. Хотя померить можно. У нее там какая-то куртка супер навороченная, с капюшоном, с мехом. Да, померить все-таки надо. Думаю, может, когда с отпуска вернутся, уже тут и мост разберут. По левой стороне, вот как мы сейчас едем, не разберут. А вот по правой должны приостановить движение, что-то. Примерялись, собирались его разбирать, но пока все на местах стоит. Так, Лилёк обнаглела, едет 80. Ну, тут двухстороннее движение. Лучше сейчас не нарушать. Когда оно было в одну сторону, вот видите, вот эта правая часть моста, которую вы сейчас видите, вот ее должны разобрать. И говорят, что на разбор уйдет всего несколько дней. Его прям кусками. А вот по левой стороне будут
какими-то подрывными устройствами. В общем, ребята, мы время засекли. На следующее Рождество у нас должен стоять новый мост. А там мы посмотрим, выполняются правила, не выполняются. Это уже... Если мост не установят, экономия Дженовы, Генуи пойдет настолько вниз, что это, я думаю, никого не обрадует. Пойдет сплошная безработица, сплошной коллапс и так далее. И куда мы с вами будем передвигаться? Двинем в Америку. До лорки сибирячки под крылышко. Или на Украину. Работу искать. Сказала на Украину, и телефон отключился. Ты, Лилёк, так не шути с утра. А то телефону плохо стало все-таки. Дядя не выдержал и пошел на обгон. Но там все равно светофор красный, дядя. Ты хоть туда, а тебе вниз. Так что такие пироги, ребятушки. Украина нас ждет. И мы ждем отпуска. Сейчас у нас с понедельника выходит на работу Андрес. И уходит в отпуск Стефания. Стефания едет в свою Калабрию. Говорит, взяла билеты на Калабрию. Ну, наверное, не один билет, а вместе с сестрой они едут. Вот, туда и обратно 750 евро. Что за золотые билеты? Я говорю, блин, мне дешевле на Украину съездить. Так что непонятные цены. Непонятно, чем она едет. А я даже не спрашиваю. Говорю, так дорого. Говорю, ты что? Ага. Может, с ними и собака едет, может, там какой-то собачий билет дорого стоит. Но вот шутки шутками, а когда у нее умер отец, и они его решили похоронить на Калабрии, так вот перевозка, по-моему, заняла 4000 евро. В общем, похороны обошлись ей где-то 1010 евро. Это очень дорого. Очень дорого. К слову, пришлось, вспомнила, вам сказала. Так хорошо выспалась. Голова светлая, ясная. Даже и кофе не хочется. Надо бы в обычные дни выходить в свое время на работу, да? Отдохнувший, раз, бодренький, веселенький, в машинку прых, вас с собой в карман засунул и погнал. И даже движения нет. Сегодня суббота. В другие дни, конечно, тут уже по дороге не протолкнешься. Тут такой движочек идет. И все сплошные грузовики, потому что эта дорога с аэропорта, и она ведет грузовой транспорт к нам в порт на загрузку. Поэтому она вся забита, а навстречу тоже другие грузовики идут в порт, и в общем получается, что нам приходится эти грузовики просто вот так вот брать и обгонять. И сегодня, конечно, свободно, так что сегодня отработаем, пойду проведаю своих друзей. Наверное, я заеду в Декатлон, посмотрю все-таки себе какую-то куртофаечку. Дядька стоит, что-то желтым флагом машет. Наверное, ремонт дороги производится. Хотя вот эти вот временные дороги, они все, видите, какая трясучка. У нас таких дорог раньше не было. У нас дорога была, что стекло, а это что-то не то. Сплошные дырки, ямки. Грузовики, конечно, дороги разбивают конкретно. Так и знала, что ты выскочишь поперед мене. Так и знала.
надо, им тоже надо. Так что, ребятки, вот так вот побалагурили, до работы доехали. Что-то Эрики сапоги меня сначала померяла, сейчас они меня что-то не сильно вставляют. Боюсь, что у меня в них ноги намокнут. Надо что-то из обуви подумать. И что-то потеплее себе покупить. Сейчас как раз период еще скидок. Надо не прозевать этот момент. Да, сегодня решено. Сегодня заеду в Декатлон. Посмотрю сначала там. Какое-то бельишко термическое. Вот красиво смотрится Генуя, да, на рассвете. Такие мы все шикарные. Небо голубое. Не, оно в тучках, оно чуть-чуть сероватое. Немножко телефончик, конечно, врет. А мы уже на работе. Да, есть сегодня немножко Туниса. Смотрю, грузовички их не стоят загруженные. Дай бог, чтобы бар поработал. Роздайся, мура жабка Лиза. На работу запизнюется. Прыгаем с обрыва в море, не? Ладно, на следующий раз. Я ж думала окрестить вас. Крещение. Раз с машиной в воду. Думала, есть народ в зале. У барной стойки два человека. В зале тишина. Ой, опять придется сейчас кого-то до дома отправлять. Что поделаешь? Так, Лилёк. Ты вовремя на работу пришла. 10:50. Отлично. Начинаем.